Минутой молчания и церемонии возложения цветов к подножию памятника фронтовому кинооператору встретили 22 июня в Красногорске. Акция «Мы помним», участниками которой стали представители администрации округа, депутаты, школьники и волонтеры, приурочена к скорбной дате. С этого дня, в 1941 году, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, и для нашего народа началась Великая Отечественная война. Главный смысл нашей встречи, и замечательно, что сегодня здесь большинство именно ребята, молодежь, это сохранить память, понять и оценить, какими жертвами, какими усилиями была достигнута победа. Степень усилий и масштаб жертв запечатлены на километрах кинопленки, отснятой советскими фронтовыми операторами. В годы Великой Отечественной их и было-то всего около 300. Каждый пятый жизнью заплатил за бесценную хронику. Поэтому эта пленка, эта хроника хранится очень и очень тщательно. Мы боимся оставить наши следующее поколение без такой памяти. Это очень важно. Уникальную возможность прикоснуться к документальным кадрам архива в Красногорске получили участники конкурса «Без срока давности. Непокоренные». Дети и подростки со всей страны подготовили 149 медиапроектов о войне и судьбах ее участников, используя предоставленную хронику. В числе победителей – подопечный Московского детского творческого объединения «Ракурс». Владислав Ликунов записал видеостихотворение Сергея Наровчатова. Работа с кинофотодокументами всегда очень интересная, ты всегда можешь найти что-то новое, какие-то новые кадры для себя открыть и вот напрямую непосредственно связать себя вот с теми страшными событиями, которые происходили, допустим, во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что ребята вот, наверное, с таких вот с юного возраста должны это видеть. Да, это страшно, да, это неприятно иногда, но они должны понимать, что это было с нашей страной, это было с нашими людьми, это были с их предками, и надо сделать все, чтобы этого не повторилось. Юный Владислав и еще 15 авторов медиапроектов удостоены специального приза. Их проекты переданы на вечное хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов. И от этого экскурсия по учреждению для финалистов особенно значима.